К изготовлению медицинских масок подключилась Одесская епархия. Средства индивидуальной защиты отшивают воспитанницы духовной семинарии. Их намерены передавать в городские больницы, а также раздавать прихожанам. Производство наладили в цеху Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. Делают защитные изделия из высококачественного хлопка. Сами маски можно будет стирать, гладить и использовать заново. Шьем мы маски с нетканного волокна, которое используется в медицинских учреждениях для пошива медицинской одежды, в том числе маск. Кроме того, в монастыре самостоятельно производят антисептические средства. Дезинфекторы разливают в небольшие емкости, их в дальнейшем передадут в дома престарелых, приюты, медучреждения, а также будут раздавать прихожанам церквей. Как видите, небольшая доза, но тем не менее она очень удобна. Мы просмотрели